Сегодня речь у нас пойдет о правовом обеспечении технологического суверенитета России. Тема очень актуальная и с практической точки зрения, и с политической точки зрения. Но прежде всего, наверное, хотелось бы остановиться на истоках вообще постановки, актуализации этого вопроса о технологическом суверенитете России. Должен сказать, что катализатором вот этих процессов стало проведение России специальной военной операции на Украине и те многочисленные санкции со стороны США, стран Западной Европы и других недружественных государств, которые потом последовали в отношении нашей страны. Санкции были и до февраля 2022 года. Они были связаны с присоединением к России Крыма и Севастополя. Но их было немного. На февраль 2022 года в отношении России было объявлено около 2700 санкций. И вот за два с лишним года специальной военной операции к настоящему времени в отношении России действует более 19 тысяч санкций со стороны большого количества государств. Россия стала беспрецедентным мировым лидером по числу вот этого, по масштабу санкционного воздействия, оставив далеко позади себя Иран, Северную Корею, Кубу. И ведь эти санкции, они главным образом направлены на то, чтобы ограничить научно-технологическое развитие России, доступ к научной информации. Вот это одна причина. Но вторая есть причина, более глубинная. Она связана с той экономической политикой, которую мы проводили в прежние годы, по сути, последние 30 лет. А эта политика, не секрет, она была направлена на масштабную распродажу невозобновляемых природных ресурсов. Теперь, как мы говорим, недружественным странам, например, тот же природный газ. Эта политика была связана с очень объемным импортом товаров и технологий в Россию, ну и, соответственно, зависимостью от зарубежных стран в этом плане. Это была политика, которая связана с огромным финансовым вливанием наших средств, финансовые инструменты США и стран Западной Европы. Вот те огромные активы, которые сейчас есть, да, и которые хотят экспроприировать у России, это следствие от тех инвестирований, которые мы делали. Не в собственную экономику, как бы, да, а вот финансовые инструменты зарубежных государств. И вот, собственно говоря, ситуация изменилась, в связи с чем мы вынуждены на эту ситуацию реагировать. По большому счету есть два пути реагирования на то, что происходит, на вот эту санкционную блокаду. Первый путь – это формирование последовательной контрсанкционной политики России в отношении недружественных государств. На самом деле в этом направлении сделано немало, но скажу, что у нас даже согласно Конституции России есть целый ряд органов, которые занимаются обеспечением защиты нашего суверенитета, используют для этого необходимые меры. Это президент Российской Федерации, это правительство, это Совет Безопасности, Центральный банк Российской Федерации. У всех у них есть необходимые полномочия. И вот создана за последние два с лишним года очень такая серьезная антисанкционная нормативно-правовая база в виде федеральных законов, очень большого количества указов президента, постановлений правительства, которые дают отпор вот этому санкционному воздействию на российскую экономику, на российскую технологическую сферу. Но достаточно сказать, например, что еще даже до СВО в 2018 году в условиях активного санкционирования в отношении Крыма летом 2018 года уже был принят федеральный закон, он действует до сих пор, о мерах противодействия Соединенным Штатам Америки и другим иностранным государствам с таким вот широким названием. Вот. И он стал в некоторой мере основой последующих указов президента, постановления правительства, которые как раз вот это антисанкционное законодательство формируют. Это вот первый путь. А второй путь – это адаптация нашей экономики под вот это массированное санкционное воздействие. И вот здесь очень большую, очень серьезную нишу занимает технологический суверенитет. Что такое технологический суверенитет простыми словами?
Простыми словами, это высокая степень, высокий уровень независимости наших технологий, продукции, которая выпущена на основе этих технологий, от зарубежных государств. Эта ситуация противоположная той, которая была в предыдущие годы, когда на российском рынке доминировали зарубежные технологии, потому что они были лучше, чем наши технологии, или потому что они просто заменяли отсутствие наших технологий, заполняли вот эту нишу, которой мы ничего противопоставить не могли. А теперь государством взят курс на создание самостоятельных, конкурентоспособных технологий и технологической продукции. Технологический суверенитет включает в себя целую цепочку последовательных действий. В ней четыре этапа. Исследование, первый этап, разработка, второй этап, внедрение в производство, третий этап, и, собственно, производство высокотехнологичной продукции. Это во-первых. То есть весь цикл от идеи до притворения в жизнь. Второе, технологический суверенитет связан не с любыми разработками, не с любой продукцией, не с любыми технологиями, а только с двумя видами технологий. Это критические технологии и сквозные технологии. Разница между ними в том, что критические технологии, они направлены на обеспечение обороны страны и безопасности государства. Они имеют такую военно-техническую направленность. Например, это геномные технологии, наноматериалы, новые виды вооружений. А сквозные технологии, они используются главным образом в гражданских целях. В гражданских целях и направлены на формирование новых рынков. Это, в частности, искусственный интеллект, Big Data, большие данные и ряд других. Перечень их установлен постановлением правительства Российской Федерации. Так вот, как раз задачи, которые стоят перед нашим государством, которые поставлены в последние годы президентом, правительством России, обеспечить за счет технологического суверенитета серьезный экономический прорыв, независимость от зарубежных, прежде всего, западных технологий, самодостаточность в технологическом развитии России, вывод наших технологий на мировой рынок, ну и в конечном итоге это обеспечение экономической безопасности государства, а следовательно, действенное обеспечение нашего суверенитета. В последние годы формируется серьезная нормативно-правовая база технологического суверенитета. Стратегия научно-технологического развития России была принята еще в 2016 году и утверждена была указом президента. А вот в прошлом году, в мае, была распоряжением правительства принята концепция научно-технологического развития России, которая предусмотрела создание целой сети индустриальных промышленных парков Российской Федерации, технопарков, это более высокая ступень развития, университетских кампусов научно-технологических. Работа фактически она начиналась и раньше, на самом деле, до 2022, до 2023 года. Это была такая поэтапная работа. Но вот формализовано это все, систематизировано, оно оказалось буквально в последние пару лет. То есть я тем самым подчеркиваю, что технологический суверенитет – это не просто лозунг какой-то, это не просто призыв, да? Это серьезная экономическая политика государства, которая положена на нормативную основу соответствующую. И альтернативы, по сути, этому пути сегодня нет. Также хотелось бы высказать несколько соображений по поводу дополнительных механизмов правовой поддержки технологического суверенитета, который можно использовать в настоящее время. Повторяю, что многое делается и с нормативно-правовой точки зрения, и с организационной, и с финансовой точки зрения большие вливания осуществляются. У нас, например, те же индустриальные промышленные парки и технопарки есть сегодня почти в 70 субъектах Российской Федерации из 89. Это уже о чем-то говорит. Причем некоторые технопарки прямо на базе вузов существуют. Но речь идет о тех дополнительных мерах правовой поддержки, которые могут быть еще использованы, о тех резервах, которые еще не освоены. Первый момент. Мне представляется, что требует
серьезной модернизации наше законодательство российское о науке. Но достаточно сказать, что закон о науке и научно-технической политике был принят в 1996 году, почти 30 лет назад. Он принимался вообще в условиях другой реальности. Сегодня переломный, не побоюсь этого слова, этап в развитии государства, судьбоносный для России. И, конечно, требуется существенное обновление этого закона, принятие нового закона с учетом вот тех реалий, о которых 30 лет назад мы даже думать не могли. Кроме того, должен заметить, что ряд отраслевых законов, например, бюджетный кодекс, налоговый кодекс, они содержат определенные формальные преграды, сдерживающие развитие научно-технологических процессов. Например, серьезное налогообложение научных проектов по высокой ставке или недостаточное субсидирование с вышестоящих бюджетов средств на научно-технологическое развитие. Так вот, эти препоны, они тоже требуют устранения. По большому счету стоит вопрос, может быть поставлен вопрос, о разработке и принятии самостоятельного научно-технологического кодекса Российской Федерации, который был бы первичен по отношению к другим законам, регулирующим иные отношения общественные. Потому что в настоящее время это оправдано для нашей страны. Это первое. Второе. Есть определенные резервы в нашей Конституции, определенные положения, которые могут пониматься и толковаться двусмысленно. И вот здесь требуется, мне кажется, официальное нормативное толкование этих положений Конституционным судом Российской Федерации. Ну, например, часть 4 статьи 15 говорит о том, что международные договоры пользуются приоритетом по отношению к внутреннему законодательству России. Вопрос возникает, все ли международные договоры? Нужно ли все международные договоры без разбора ставить выше внутреннего законодательства России? Наверное, нет. Наверное, можно было бы ограничить такой приоритет только ратифицированными законами. Теми законами, которые одобрены либо парламентом страны, либо даже на референдуме. А достаточно сказать, что когда в 2012 году мы присоединялись к Всемирной торговой организации и был поставлен вопрос о проведении референдума по, вот этому, по этой серьезной проблеме, проведение референдума общероссийского было отказано. Хотя опыт зарубежных государств говорит о том, что в таких случаях это оправдано. Вот здесь вот требуется определенная корректировка смысловое положение Конституции. Ну и третье, и последнее, наверное, настало время серьезного мониторинга тех международных договоров, тех международных обязательств, в том числе обременительных и неудобных для России, которые мы брали в прежнее время для себя. Настало время от некоторых из них освободиться в силу того, что они входят в противоречие с приоритетами государственного развития и с политикой технологического суверенитета России. Вот такую ревизию необходимо провести.